Индустриализация в стране набирает темпы. Множится число производств и предприятий, где трудятся мастера своего дела. Это труд не на словах, а на деле. Великая идея, высокая квалификация, достойный заработок. Каждая специальность – это целый мир. И о каждой наша съемочная группа расскажет свою историю. Свою трудовую деятельность я начинал в качестве заливщика анодов. 4-го разряда. Сейчас дорос до заливщика анодов 6-го разряда. Я пришел в 2008 году, то есть со самого основания завода. Пришел я по окончанию вуза, то есть окончил вуз по специальности металлург, сразу устроился на завод. То есть работа моя нравится мне. В обязанности заливщиков анода входит монтаж и демонтаж анодов. Наше анодное производство было открыто в 2012 году, декабре месяце. На открытии завода, на открытии анодного производства присутствовал президент страны Ельбасы. Это говорит о значимости нашей работы. То есть для президента наш труд важен. Как говорит президент, человек труда всегда ценился и будет цениться. Моя работа мне нравится, то есть это она мне по душе. То есть работа металлурга, как наш президент начинал металлургом. То есть мне эта работа тоже нравится. Я являюсь бригадиром анодного монтажного отделения. Эта работа очень важна. То есть помимо начальника смены осуществляю контроль за технику безопасности и за технологический процесс. Сейчас будем мы снимать шлак, то есть подготавливать металл заливки анодов, то есть подъедет машина, заливочная машина, разльем металл, начнем заливать анодные блоки, скреплять с анододержателем. Мы производим алюминий, который применяется для производства самолетов, для бытовых нужд и для автомобилестроения. Наш коллектив с самого основания завода един, дружен, все друг другу помогаем, то есть на заводе, вне завода, все с друг другом общаемся. Ведь сам президент присутствовал на открытии нашего завода, то есть это вдвойне возложено на нас большая ответственность.